Доброго всем! Сейчас у нас стоит жаркая погода, но нужно работать, и сегодня у нас в работе ГБЦ Toyota Corolla 1.8. Проблема такая, оборвала привод и вроде как погнула клапаны. Клиент говорит, что в некоторых цилиндрах нет компрессии. Ну, посмотрим, продефектуем, что здесь и как. Прежде всего, снимаю, конечно же, распредвалы, раскручиваю болты бугелей, обязательно проверю и самы валы на биение. Это вот впускной вал, оценю износ шеек вала. Видно, что вал поработал, однако состояние шеек оцениваю как очень хорошее. То же самое могу сказать и по выпускной стороне. Постели валов и бугеля не хуже шеек самих валов. Извлекаю толкатели. Некоторые из них не сразу поддаются, зазор ведь у них минимальный всего лишь пару соток, и на масле стоят, поэтому есть определенные сложности. Беру магнит помощнее, и, конечно же, он решает мою проблему. Рассухариваю головку, беру магнитный специальный рассухариватель. Некоторые не в курсе, что это за рассухариватель, и начинают писать в комментах, мол, такая фирма, а так рассухариватель. У этого рассухаривателя есть в середине подвижный магнит. Слегка стукнув по тарелке пружины, сухарики выскакивают, прилипают к нему и тем самым не травмируют ножку клапана при извлечении. Извлекаю пружины и сверяю их. Здесь они стоят одинаковые и на впуске, и на выпуске. Теперь следует извлечь клапаны, и, конечно же, я их предварительно пронумеровал. Сдергиваю сальники клапана. Они дубовые, и дубовые так, что аж прям самый натуральный пластик. Не забываю извлечь подпружинные тарелочки. Извлекаю их также магнитом. Предварительно оценю зазор во втулках. Кое-что мне не понравилось. После мытья головки обязательно проверю нутромером. И действительно, как оказалось, чрезмерно изношены 6 втулок. Отмечу эти втулки красным маркером. В этой головке стоят втулки не с самыми распространенными размерами, а внутренний диаметр под клапан 5,5, наружный диаметр 10-34 и длина 3-4,5 мм. Поискали у поставщиков, и те предложили нам их привезти аж не раньше, чем в месячный срок. Согласитесь, это очень и очень долго. Однако у нас по наличию были втулки с теми же размерами, только длиннее. И также на Toyota RAV4 или на 300-й Lexus. Номер 111-22-150-30. Длина этих втулок 43,5 мм, то есть на 9 мм длиннее. Что же, есть станок и есть токарь, и он нам все это переделает, точнее переточит. По износу клапана в идеальном состоянии, износ порядка полсотки, максимум сотка, и то не на всех, это, как вы понимаете, просто идеально. А вот по биению два клапана такие оказались гнутыми. На 2-4 десятки и требуется их заменить. Втулки готовы. Готовлю инструмент, грею головку и приступаю к замене. Выколоткой удаляю изношенные втулки, отмеченные мной, а на их место устанавливаю изготовленные. Во время запрессовки проверяю вылет втулки. Как вы понимаете, у них обязательно есть определенный вылет.
Втулки оригинальные, тойотовские. Они идут очень высокого качества, всегда меняются идеально и, как правило, разворачивать их не нужно. Конечно, прокалибровать и проверить обязательно следует. И только затем уже ставить головку на станок для восстановления фасок на седлах клапанов. Заказали оригинальные клапаны. Они приехали в такой вот защитной обработке. Белый какой-то налет. Обратите внимание на фаску тарелки. Даже визуально видно, что она значительно шире, чем у бэушного клапана. Удаляю этот защитный слой. Делаю это при помощи забитой нулевки. Обычная нулевка новая сдерет с поверхности металл, а этого нам не следует делать. Расставлю клапаны по своим местам и обязательно притру их к седлам клапанов, тем самым проконтролирую порезку седла. По окончанию притирки выполняю предварительную регулировку. Для этого поставлю на свои места клапаны, но не буду их засухаривать. Расставлю толкателем и ставлю по 3 бугеля на вал, собственно, больше здесь и не требуется. Далее, как вы уже знаете, измеряю щупами существующий зазор, который получился в результате того, что мы просадили немножко при порезке седла, обработали фаску тарелки клапана. Также клапан стал выше, то есть зазор, конечно же, уменьшился. Обычно он уменьшается на десятку, ну максимум две. Промерив зазор, сравниваю его с требуемым зазором и на ту величину, которая требуется, подторцовываю торец ножки клапана. Вывожу необходимый мне зазор. Остается дело за малым, разобрать все это, запчасти помыть, как собственно помыть и саму ГБЦ, но только после фрезеровки поверхности. Ну и далее собираю все в кучу. Обязательно проверю зазоры после полной сборки. Если все в порядке, все удовлетворительно, отдаю головку клиенту. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите каналу донатом и безаварийных вам поездок.